Я за штурвал. Бедствие идет из грузовика. Что-то случилось. Повсюду трупы, деньги разбросаны. Странно. Всем оставаться на чеку. Боуман, это Номад. У нас тут проблемка. Мы поймали сигнал бедствия и отследили его до разбитой машины. Вокруг раскиданы мертвые сикарио. Боишься остаться без работы? Кто бы за этим ни стоял, они не взяли деньги. На повстанцев или единство не похоже. Странное что-то. Черт. Кажется, я понимаю, что тут к чему. Позволь представить себе мою давнюю подругу. Она работает на Радугу и, возможно, сможет прояснить ситуацию. Номад, это Валькирия. Одна из наших агентов недавно исчезла с радаров, и мы подозреваем, что она в полиции. Что она там забыла, неизвестно, но эта авария похожа на ее рук дело. Агент, она хороший, но иногда ее заносит. Лучше бы с этим разобраться по-тихому. Но действовать нужно быстро. Счет идет на минуты. Помоги нам вернуть ее домой. Мы с радостью подключимся, как только Боуман даст добро. Если в Боливии что-то происходит, я хочу участвовать. Номад, ты можешь сотрудничать с Радугой, но помни, ты все равно докладываешь мне. И держи Валькирию в курсе всех находок. Надеюсь, ты понимаешь, что мы для вас сделали бы то же самое. У нас уже есть агент в Боливии, Твич. Свяжись с ней и покажи, что найдешь. Передаю координаты. Валькирия, отбой. У нас встреча с агентом Радуги. Ты, наверное, Твич. А вы, наверное, хваленые призраки. Наслышано. Мы узнали, что тебе нужна помощь. Кавейра, наш бразильский агент, ушла в самоволку. Я отследила ее до Боливии. Потом ее след потерялся, но я слышала, что вы нашли нечто любопытное. Мы нашли грузовик полный денег и кучу дохлых сикарио. Получается, всех убили, а деньги бросили? Да, это почерк нашей девочки. Покажите-ка мне что там. Хочу сама взглянуть. Погнали. У нас встреча с агентом Радуги Твич. Она технический эксперт и спец по дронам. Крутая. Так что не тупите и ведите себя хорошо. Об операции «Мистический тигр» в Бразилии. Что ты можешь сказать о Кавейре? Могу сказать, молитесь, чтобы она была в хорошем настроении. Что могло привести ее сюда? Какие у нее связи в Боливии? Хотела бы я знать. Она выросла в фавеле в Рио-де-Жанейро. В детстве у нее были приводы за мелкие преступления, а потом она попала в спецназ. Думаешь, она связана с картелем? Кавейра? Ни за что. На допросах ей нет равных во всей Радуге. Она любит свою работу. Возможно, даже слишком. Нужно осмотреться. Вы с командой подождите тут. Как пожелаешь. Наживое в шею. Без Кавейры тут не обошлось. Уберите пушки. Не надо пугать этих людей. Гениально! Кумала. На грузовике спутниковая GPS, отслеживающая его передвижение. Нашла что-нибудь? Это однозначно дело рук Кавейры. Единственное, что я нашла, расположение лагеря, откуда выехал грузовик. Немного, но больше у нас ничего нет. Давайте осмотримся.
Подожди, я ставлю мину. Ага, тут будет мина. Можно начинать. Ставлю мину для наших наркодрузей. Подожди, я ставлю мину. Здесь плохие парни. Мы попросили повстанцев отвлечь их внимание. Назад, пока тебя не нашли. Кэри и Тодо Садрабьен. Сюрприз, ублюдок. Черт, обожаю. Теперь отвечай на мои вопросы. Иначе мой голос станет последним, что ты услышишь, прежде чем отправишься на тот свет. Компренде? Por favor, я все скажу. Мы нашли грузовик с деньгами из этого лагеря. Куда он ехал? Грузовик? Да. Месячная выручка. Этот урод Денгоса его угнал. Кто такой Денгоса? Это он зачистил лагерь? Денгоса? Шутите? Это гребаный дьявол всех прикончил. Слышь ты, кусок дерьма, мне нужно имя. Пришел дьявол. Дьявол пришел и всех убил. Я пытался вызвать подкрепление, но дьявол слишком быстрый. Он явился как молния и всех убил. Узнаю нашу девочку. Чего она хотела? Помилуйте. Она задавала только один вопрос. Где Денгоса? Я сказал ей, что он угнал грузовик, и она еще больше озверела. Он вызвал подкрепление. Скоро они будут здесь. Ладно, команда, готовимся к перестрелке. Сердили. Все чисто, никто не ранен. Ладно, ребята, время делать ноги. Мы их спугнули. Вертушка близко. Вертолет, ложись. Ясно, цель получена. Вижу цель. Цель выбрала, жду указаний. Стой, мне нужен хороший обзор. Жду распоряжений, босс. Веду огонь по мудакам. Враг убит. Готовы? Открыть огонь. Принято. Повстанцы отвлекут их. Мы поручили повстанцам разведать местность.
Отлично, все чисто. Неплохо пострелять. Вам стоит как-нибудь поиграть с радугой. Во-первых, я хочу знать, кто такой этот Денгоса. Боуман, это Намат. Прости за задержку. У нас тут хватало дел. Подожди, я подключу Валькирию. Намат, известно, где Кавейра? Еще нет. Но мы знаем, кого она ищет в Боливии. Парня по имени Денгоса. Знаешь такого? Нет, первый раз слышу. Мы сообщим, как только что-то раскопаем. Валькирия, отбой. Кто-то мастерски дразнит картель, а я не знаю, кто это. Будем на связи. Боуман, отбой.